вот такое вот густое-густое молоко. И ничего не видно. Сегодня на скале Белый Камень, это Шигонский район, жуткий туман, справа и слева обрывы, вон там вон сама скала Белый Камень, вон там вон ее еще выступы, вон там, оттуда мы пришли по узенькой тропке, через лес, через какие-то бревна ползли, в общем, такое экстремальное место, здесь ничего сейчас не видно из-за тумана. Ну, здесь, в общем-то, красиво видно лес сосновый, вот спускается вниз. Вон там вот Волга, не Волга, а Жигулевское море там, скорее всего. Вон там вон туристы делают фотографии. Какое-то совершенно неестественное место. Может, из-за атмосферы тумана, который подчеркивает все волшебство или даже вот призрачность какую-то. Думаю, что тут необыкновенно красиво в солнечную погоду. Как и во всех местах Шигонского района, впрочем. Но сейчас особенно удивительно и атмосферно. Чем-то напоминает мне Карелию, Русские Алы или норвежское утро в горах. В Норвегии, конечно, я никогда не был, но почему-то мне так кажется.